Шалом, друзья! В подготовке к месяцу Илу и к Рош ха-Шана давайте поучим очень глубокий, интересный маамар предыдущего любавического ребе, ребе Раяц, который переведен с языка идыш. И этот маамар называется «Оживит он нас в два дня». Маамар был опубликован в месяце Тишрей 5704 года. Это 1943 год. «Оживит он нас два дня, на третий день поднимет нас, и будем мы жить перед ним». Под двумя днями подразумевается два дня праздника Рош ха-Шана. Так как этот праздник всегда отмечается два дня. Даже в эпоху храма Рош ха-Шана часто отмечался два дня. Третий день – это святой день Йом-Кипур. Оживит он нас в два дня. В течение двух дней Рош ха-Шана мы получаем жизнь. А на третий день, Йом-Кипур, Всевышний нас поднимает, чтобы мы жили перед Ним. То есть, чтобы мы истинно жили, а не подобно злодеям, которые не совершили тшуву, не вернулись ко Всевышнему и поэтому приравнены к мертвым. Благодаря тшуве, то есть возвращению к Богу, которую мы совершаем перед Рош ха-Шана в течение 10 дней раскаяния, это дни между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром, Всевышний оживляет нас в дни Рош ха-Шана и поднимает нас в третий день в Йом-Кипур. Стих «Оживит он нас» является продолжением предыдущего стиха. «Пойдем и возвратимся ко Всевышнему, ибо Он запутал нас, и Он же исцелит нас, Он поразил нас, и Он же перевяжет наши раны». Человек подводит итоги предыдущего года и задумывается над тем, как он прошел этот год без молитвы в Миньяне, без регулярного изучения Торы, без энергичного, жизнерадостного исполнения заповедей. Весь год еврей был озабочен своими делами, обеспечением материальных нужд и обретением ценностей в бытовом смысле. Молитву в Миньяне, уроки Торы он заменил приобретением, как ему кажется, настоящего богатства. Но важно помнить, что человек ничего не производит сам. Благословение Господа, оно обогащает и приносит успех. Этот человек жестоко заблуждается, особенно если он становится равнодушен к молитве в Миньяне и отдаляется от теплого, светлого окружения, где, как и под любыми, как и над любыми десятью евреями, царит божественное присутствие, то есть шхина. Когда человек всю неделю не слышит и не произносит к душу в молитве и барху в Миньяне, он охлаждается и опускается все ниже. Когда человек не посвящает регулярного времени изучению Торы, он становится неучим и грубым до такой степени, что даже не чувствует стыда от своей невежественности. Мы видим, что люди злятся и гневаются, когда им говорят, что они бестолковые и ничего не понимают в делах окружающего мира. Они чувствуют при этом обиду и стыд. При этом они совершенно не стесняются того, что они не учат Торе. Некоторые настолько огрубели, что не только не стыдятся своей неучености, но утверждают, что их мозги не способны понимать такое учение. На самом деле, они наверняка могли бы понимать Пятикнижие, Мишну и Агаду, но они не хотят понимать. И они радуются этой отговорке, заменяя время изучения Торы наслаждениями этого мира. Это делает их еще более грубыми. До того, что они скатываются. Боже упаси, до самых низких ступеней грубости, становятся своевольными и дикими в сердце. Позволяют себе все, что пожелают, не считаясь с правилами запрещенного, разрешенного. Им не важно, кошерно это или не кошерно, разрешено или запрещено. Ко многому приводит дружба с дурными людьми. Много зависит от окружения человека.
В окружении людей, изучающих Тору, преобладает свет Торы. Благодаря ему человек понемногу меняется и становится не столь грубым душой. Но находясь среди людей грубых, живущих ради утоления своих вожделений и делающих все, что им хочется, человек за ними тянется и даже не ощущает своего падения. Однако всему свое время. Все в какой-то момент происходит. Когда родители видят, что их ребенок изо дня в день становится все более больным, они испытывают к нему сострадание и делают все, что в их силах, чтобы его спасти. Сказано: «Сыны вы Господу, Богу вашему». Когда Всевышний видит, что еврей сошел с прямого пути Торы и заповедей, он ему не препятствует. Всевышний благословен он, дает человеку свободу выбора. И тот может самостоятельно ступить на любой путь, на какой пожелает. Но когда на небесах видят, что человек уже до такой степени погряз, не дай Бог, что не может самостоятельно выбраться из болота грехов, ему свыше помогают совершить тшуву, совершить раскаяние. Итак, давайте повторим краткое содержание того, что мы прочитали. Два дня – это два дня Рош ха-Шана, а третий день – это Йом-Кипур. Объясняется, что стих «Живит он нас два дня» – это продолжение стиха «Пойдем и возвратимся». Каждый еврей должен честно задуматься перед тем, над тем, как прошел его год. И он рискует обнаружить, что в погоне за состоянием и богатством у него будто разум помутился. Он сменил молитву в миньяне и регулярное изучение Торы на физические наслаждения и огрубел. Многое зависит от окружения, среди которого человек находится. Если человек сам не пробуждается к раскаянию, свыше побуждают его совершить тшуву. Вторая часть. Необходимо лучше понять процесс пробуждения к раскаянию, как с небес побуждает человека совершить тшуву. В физическом мире мы видим, что тело каждого творения имеет свой источник, из которого оно происходит. Вне зависимости от того, какой категории созданных Всевышним творений оно принадлежит. Их четыре. Неживая природа, растительность, животный мир и человек. В растительном мире мы видим, что каждое растение имеет корень, из которого получает свое питание. Корень скрыт в земле, который Всевышний наделил силой взращивания. Корень находится ниже самого растения. То же самое мы видим в строительстве. Фундамент находится в земле, и на нем стоит все здание. Чем глубже фундамент, тем прочнее строение. То же самое с растениями. Чем больше корни, и чем глубже они находятся, тем сильнее растение. И это влияет, конечно же, на плоды, на его плоды. Как мы видим на примере разных плодоносящих деревьев. И так же, как растения имеют корни, благодаря которым растут и существуют, так и души всех созданий Всевышнего в неживой природе, растительном мире, животном мире, среди людей имеют свой источник, дарующий им жизненную энергию, чтобы она, в свою очередь, могла оживлять их физическую оболочку. Мы видим это на примере тела человека. Тело функционирует полноценно, когда в нем находится душа, давая ему возможность думать, говорить, видеть, ходить. Она обеспечивает работу всех органов в соответствии с той задачей, которую определил для них Всевышний. Однако тело может существовать и без души. Когда душа покидает тело, оно продолжает существовать в течение некоторого времени. Это значит, что и вне связи с душой оно наделено некой жизненной энергией. В пояснении сказано, что тело наделено собственной жизненной энергией, поддерживающей его существование. Однако полноценно жить тело может только, получая энергию более высокого уровня, исходящую от души. Также и в самой душе. Чтобы душа могла оживлять человека по-настоящему, необходимы духовная поддержка и свежие силы от более высоких уровней. В Мидраше сказано, в Мидраше Берешит Раба, что душа имеет пять имен. Нефеш, Руах, Нишама, Хая и Ехида. В душе еврея имеются пять составляющих.
Три из них, нефеш, рух и нишама, находятся в теле, пребывают в теле. А две остальные, хая и ехида, остаются на небесах. Эти две части души, хая и ехида, являются источником и корнем остальных трех частей души. Нефеш, рух и нишама. То есть являются основой для души, обитающей в теле еврея. Они подобны фундаменту, на котором держится все здание, и корню, благодаря которому растения и его плоды сохраняют свежесть и получают жизненную энергию. С той лишь разницей, что корень растения, фундамент здания находится снизу, а корень души сверху. Бывает, что из этого корня души, находящегося наверху, исходит совершенно неожиданное пробуждение, ощутимое даже человеком, полностью огрубевшим духовно. В пояснении сказано, которого можно сравнить с мертвым телом, совершенно оторванным от истинной жизненной энергии. Тот даже не думает о том, чтобы совершать тшуву, возвращение ко Всевышнему. И вообще не знает, что вызвало у него побуждение к раскаянию. Однако он вдруг испытывает большую горечь от того образа жизни, который вел. От того, что жил словно животное, думая лишь о материальном и совершенно не заботясь о духовной жизни, соответствующей Торе и ее заповедям. Оценивая себя, он осознает, что погружен в материальную жизнь, что стал хуже животного. В пояснении говорится, что животное ведет себя согласно инстинктам, заложенным в нем, тем самым выполняет свое жизненное предназначение, так как Бог повелел. Человек же имеет силы подняться над своим животным началом и реализовать возвышенное духовное предназначение. Поэтому человек, находящийся во власти животных инстинктов, хуже животного. Да, говорится, что комар не изменяет своей задачи. Всевышний сказал ему летать, кусать, он и делает это. Так вот, он понял, что он хуже животного. И его сердце страдает от этого. Он раскаивается в том, как вел себя в прошлом, и испытывает сильное желание приблизиться к Торе. В результате он принимает решение, что отныне будет вести жизнь, соответствующую Торе, ее заповедям, станет регулярно молиться в миньяне и регулярно посещать уроки Торы, погружаясь в атмосферу учебы. Он усердно стремится исправить ошибки прошлого, насколько это возможно. Об этом сказано. Пойдем и вернемся ко Всевышнему. Когда человек задумывается над тем, как прошел год и совершает тшуву, раскаивается в содеянном в прошлом и принимает решение на будущее, он удостаивается того, что оживит он нас в два дня, заслуживает доброй записи в книге жизни, и на третий день эта запись скрепляется печатью. Его ждет добрый и сладкий год в материальном и духовном отношении. Краткое содержание второй части. У всех созданий есть источник, из которого они происходят. И помимо факта существования, получают из него прилив силы, жизненной энергии. Так же, как корни деревьев оказывают влияние на плоды. Все творения получают энергию от своего духовного источника. Нижние уровни души еврея, нефеш, рух и нишама, черпают силы из более высоких частей души, хая и ехида, благодаря которым рождается раскаяние, иногда неожиданное, без всякой подготовки. А благодаря тшуве человеку достаивается доброй заповеди, доброй записи в Роша Шана, которая скрепляется печатью в Йом-Кипур. Прекрасной подготовки к Новому году и прекрасной записи и прекрасного скрепления печати.